тратить деньги не на сигареты и конфеты, а на уроки мастерства. Такую возможность предоставляют каждому юному посетителю города Мастерславля. Необычное поселение появилось в самом центре Москвы. Анна Парпура выясняла, сколько талантов нужно, чтобы перепеленать младенца. В городе детей Мастерславля все как у взрослых. Вокзал, больница, есть даже автотрасса. Вот только папа машину подарить не сможет. Деньги на все развлечения ребенок должен заработать сам. Местная валюта – таланты. Мы, конечно, когда придумали эти наши золотые таланты, мы, опять же, хотели показать детям, что деньги не берутся просто так, в карманах у их родителей, да, что деньги зарабатываются трудом. Да. И здесь, опять же, это мы абсолютно переложили, в принципе, все идеи настоящей жизни в наш город. Губат только приехал в Мастерславль. Ему положен стартовый капитал. Привет. 40 талантов. По местным меркам деньги небольшие. И юный бизнесмен отправляется на заработки. Вот у нас машина, ее нужно помыть. Униформа, шланг. Работать нужно по-настоящему. В мальчике просыпается коммерческая жилка. Ой, а можно еще спросить, а какая тут зарплата? А, здесь зарплата 5 талантов. Угу. Ты получаешь 5 талантов. А может, 6 дадите? Нет. Хорошо, автомобиль чистый достался. Справился минут за 5. И вот она, первая зарплата. А вместе с ней мечты о светлом будущем. Какие у тебя планы? Хочу стать супер-пупер-миллионером и купить весь город. Работать придется много. В городе больше 50 мастерских. В них трудятся биологи, режиссеры, банкиры, пограничники. У кого какие таланты. В жизни такое тоже редко встретишь, но тратят свои деньги дети не на конфеты, а на знания. Вот, например, здесь за 10 талантов учат пеленать младенца. И говорят, детям это очень нравится, но у меня не получилось. Спи. Но в этот раз сон у куклы выдался тревожным. Прямо под окнами бандиты ограбили инкассаторов и ранили начальника охраны. Полицейские ищут преступника, медики откачивают пострадавшего. Порядок восстановили быстро. И в доме модели по соседству даже не слышали о ЧП. Тут свои первые шаги делают будущие известные дизайнеры. И пусть они еще не знают, кто такой Пьер Карден, уже могут вынести модный приговор. Аня, скажи, я нормально выгляжу или ты бы что-то поменяла? Я бы поменяла вашу рубашечку. Как-то она мне не очень нравится. Ну вот, вот так бывает. Лентяйничать здесь нельзя. Можно обанкротиться. Вот, например, Лев и Святослав пересчитывают оставшиеся таланты и идут фасовать мусор. Это, кстати, самая высокооплачиваемая работа в Мастерславле. А жизнь Губада в детском городе сложилась хорошо. Весь Мастерславль он не выкупил, но уже заработал на машину. Это здесь самое дорогое и модное развлечение. Анна Парпура, Юрий Ларионов, новости Содружества. We'll be right back.